это танковый музей. Так, нам надо выйти, нам туда. А где твоя? Кабинки, экспозиция. Это средний танк Т-34 образца 41 года. Это средний пулеметный танк Т-26. Даже не пулеметная, пушка и пулемет. Это по типу английского танка Vickers. Там дальше стоит немецкий танк, легкий танк Т-2, самый массовый танк в 41 году. Это танк Т-1. Танк Т-1. Здесь находится бронетранспортер Т-810, чешский. Это тягач-транспортер Рено. Там гусеничные тягачи. Гусеничный тягач СД-КФЗ-7. Вот. И тоже полугусеничный тягач СД-КФЗ-8. Здесь большие идет полугусеничные тягачи производства Германии. Так, танк Рено Р-35 французский. Здесь это для меня находка. Я не знал, что Венгрия выпускала свои танки. Это венгерский танк Толди-1. Там стоит средний и легкий танк Хочкис H-39, тоже французский. Вот средний танк, тоже французский, С-35 Самоа. Вот здесь это польская танкетка. Нельзя за него записать. Польская танкетка ТКС. И там дальше стоит легкий танк Т-26. Однобашенный, пушечном исполнении. Здесь стоит легкий колесно-гусеничный танк БТ-2. Но колеса действительно с резиной. Здесь находится танк Т-34-85. Такой же Дмитрий Донской, который стоит, и в Якутске тоже. Вот впереди стоит легкий танк БТ-7. Ага, вот для меня, конечно, это было удивительно, что он был такой действительно большой по габаритам. Развивал скорость 72 км на колесах. Это легкий танк Т-60. Это Т-50. И там дальше стоит английский пехотный танк «Валентайн», который поставлялся в СССР по ленд-лизу. Вот здесь стоит один из мощнейших танков германской армии 41 года, чешский танк ЛТ-38. У него была пушка 37 миллиметров. Это немецкая противотанковая пушка ПАК-35. И здесь стоит немецкий средний танк Т-3 с пушкой 50 миллиметров. Он достаточно большой, действительно. Примерно сравнимый с нашими танками. И дальше стоит тоже удивление. Венгерский танк Толди-2 38М.
противотанковая пушка ЗИС-2 57 мм. И здесь стоят наши легкие танки. Легкий танк Т-60, легкий танк Т-40, легкий танк Т-30. И тоже удивительная самоходная установка Су-100У. Это экспериментальная. И там тоже стоит экспериментальная самоходная установка советская Су-14-2. Танк Т-34 42 года, обнаруженный в реке Дон. Легкий танк Стюарт 3. Вот здесь 3476. Здесь плавающий танк Т-38. Это легкий танк Т-70. Средний танк американский генерал Ли, поставлялся по Ленд-Лизу. Бронетранспортер М3 поставлялся по Ленд-Лизу. Остатки танка М3 Стюарт. Танк Матильда 3, британский. Венгерский средний танк Туран. Интересно, да? Венгры делали танки. Венгерская самоходка Нимрод. Легкий танк Fiat Ansaldo, итальянский. Самоходка на шасси VK-3001. Было всего две штуки изготовлено. Одна уничтожена, а вторая находится здесь. Это тоже немецкая самоходка. Штук 40. Аус Джи. Рубка. Штук 40. Танкетка Fiat Ansaldo, итальянская. Самоходная гаубица Су-150, штук 33B. Люди. Фух. Средний танк Т-4, немецкий. Здесь находится тяжелый танк КВ. Против Тигр. Т-6.
Идите. Это бронетранспортер немецкий. Самоходная гаубица ВСП. Это Голиаф. Самоходное орудие штурмпанцер Брумбар. Это легкое полугусеничное тягач. Истребитель танков Т-470. Это Голиаф. Так, и самое интересное, вот венгерская самоходная гаубица Зрини. 105 мм. 66 единиц выпущен. Круто. Не знал даже, что венгры выпускали технику. Это штурмовой танк Т-1 АУС-Ф. Самоходная реактивная система Панцерверфер. Бронетранспортер немецкий. И вот Фердинанд. Всего 60 штук было выпущено, 66 штук. Из них одна вот находится здесь, в Москве. И вот Пантера. Очень большая. Все-таки. Очень большая. Все-таки немцы не смогли создать аналог Т-34. Очень высокая машина. Тоже бронетранспортер. Так. Там средний танк Шерман. Американский. И вот здесь самоходка немецкая. Штук 42 гаубичный. Самоходная установка Су-57. Легкий танк Т-80. Су-122. Катюша. Огнеметная установка ВАСП. Английская. Су-152. 152. Легкий американский танк Чаффи. Британский бронеавтомобиль Даймлер К2. Это ИС-3М.
выпускался в 45-м году. Выглядит очень современно. Здесь Waffen-Träger. Самоходка немецкая. Так. Ой, это очень огромный какой-то танк. Тигр 2. Королевский тигр. Еще более высокая, еще более заметная, еще более тяжелая машина. И, конечно, управляемый носитель заряда. Так, оба-на. Наша противотанковая самоходка. Немецкая. 400 единиц было изготовлено. Да. Самоходка Jagdpanzer 38 на базе чешского танка. Ну, ладно, тоже огромная, массивная. Истребитель танков Jagdtiger. Это самоходка Jagdpanzer. Jagdpanzer. Пантера. На базе. Штурмовая мортира. Штурм Тигр. Самоходка штук 40 Аус Джи, 75-миллиметровый. Это то же самое, что. Да. Шерман, средний танк американский, тоже очень высокий. У них получился. Вот наши танки все-таки больше. Т-34-85, то есть они объемы меньше, высота меньше, орудие не хуже. 100-миллиметровая пушка быстрее. Так, это ИС-2М. Ага, тяжелый танк. Самоходка Су-100. И Су-152М. Круто. Американская зенитная самоходная установка М-17. Су-152М. Крутая машина. Су-100. Т-34-85.
нравится. Огнеметный танк ОТ-130. На базе танка Т-26. Колесно-гусеничный танк БТ-5. Меня поразили все-таки размеры. Большие танки. Это вот японские танки. Японский танк тип 95. Хагох. Японский танк тип 4. Пушка спереди, есть пулемет сзади. Бронетранспортер тип 95. Средний танк тип 25-97. Шинхото Чиха. Пушка 47 мм. Плавающий танк тип 2 Ками. Малый танк тип 25-97. Малый танк 94 тип ТК с прицепом. И здесь самоходный кран тип 25-89. И два подбитых японских танка. Вот вся выставка. Замечательная. Я получил сильное впечатление. Если сравнить королевский тигр. Вот. Рядом человек. Огромная машина и советский ИС-3, который выглядит очень современно, очень формы, намного меньше.